Доброе утро. Сейчас 7:30, а Фанечка уже проснулся. Никак не можешь закрыть? Так тебе помочь? Давай. А Фанечка проснулся, да? А Гриша еще и Антошек спят. Они сегодня на кухне спали. Я проснулась в 5:00, и мы с Дашкой и Дашкой уже пололи петрушечку. Сейчас будем готовить завтрак с Афонечкой. Да, сынок? Суп. Суп? Да. А может, гренки? Гренки. Греночки, да? Да. Всегда я любуюсь по утрам на палисадник. Бабушка там пух. Красота. Лилии уже все раскрылись. Антоха вчера с цветами, да, сынок? Да. Ты видел? Мама, Алюха бегает. Даже сказал Антоша. Не, надо взять этот, ножнички вырежем. Тут они трудно рвутся, хорошо? Ножничками срежем их, возьмем, ладно? Ой, смотри, опять птичка сидит. Смотри, вот птичка на заборе сидит у нас. Песенку нам поет. Ой, улетел. Антошка же вчера нарвал цветы и сказал, что его даже воспитательница поцеловала, да? Не надо так рвать, они лишь не рвутся, они трудно, васильки, рвутся. Пойдем, возьмем ножнички, нарвем цветов и поставим. Пошли? Комнату поставим. Пошли? Не хочешь? Тогда пошли чай пить. Это розочки, это колятся цветы. Тебе понравились они? Тебе нравятся розы? Они колятся. Только ты их только понюхай, хорошо? Не рви, а то она колется. Ну как, пахнет? Да. Ой, от лилии тут запах вообще безумный. Папа. Пахнет, да? Папа. Да, только они колючие розы. Их рвать нельзя. Их надо только секатором. Чик-чик. Сегодня тучи. Прям так затянуто. Небо все серое-серое. Вот этот щенок, который сначала был там во дворе у дедушки Коли, да? А потом прибежал за нами, и теперь у нас здесь. Афоне он очень-очень нравится. Тебе нравится щеночек, сынок? Да. Даже хотел его вчера брать на карате, да? Но мама не разрешила, да? Мама, а ну как? На карате надо брать? Да. Смотри, какой малаха. Он тоже тебе хвостиком, видишь, виляет, виляет. Да? Да. Гренки готовы. Сейчас делаю чай и будем завтракать. Так, ну что, мы завтракаем. Дети выбрали чай с молоком. Нет, у меня настоящий кофе. Да, настоящий кофе. Греночки. Я сейчас вчерашний салатик еще докушаю. И кофе с молоком у меня. Так что всем приятного аппетита, мои любимые. Авива! Так, у меня здесь варится бульончик куриный на обед. Будет супчик. А здесь у меня буквы для пряников. Пойдем сегодня в гости, вот на всем пряники. Вот сейчас будет 10 минут духовочки. Нужно сейчас края хорошенечко подровнять. Спасибо. Иди потрогай, потому что тебе показывают. Ты же плакса? Дедушка принес клубнику. Афоня. Или это не Афоня? Это Антон Сергеевич пришел. А где Афанасий, Антош? На улицу пошел? Сейчас посмотрю. А у Гавриши его нет? Нету. Пойдем под навес, потому что там дождик, да, Афонечка? Кап-кап. Кап-кап, да? Да. Кап-кап. А вену? Вена. Сильно идет? Да, вена. Это большие. Тебе принести твои ножнички? Да. У меня воды. Не, она как-то соображает. Все, что делают, но сама не может. Да, сама. Ариша сейчас с Афоней будет рисовать. Ариш, ты будешь рисовать? Вода. У тебя вода есть? Там
Где? Вот ты будешь по самые уши дальше с краской. Вот ты будешь рисовать. Вот так. Листики давай, Ариша, хорошо? А где Ариша? Тебе. Ариша. Тебе сразу две краски. Что здесь написано? Макай водичку, а потом в краску. Давай. Это сухая кисточка. Ну будешь да. гладить. Афонечка, оставь щенка в покое. Ой, хороший, да, какой? Это на. Девочка. Еще есть вероятность, что как назвали ее? Не знаю, еще пока никак. Мы не думали. Мы думали, ну, она от нас убежит. Она не убегает, да. У вас же была какая-то маленькая. Ну, Сонька, вот не знаю, где-то пропала. Она же тоже приводила щенков. Ну да. Вы их раздали? Ага, ну может тогда да и объявление, что ли. Антоша, что у тебя голова мокрая? Пойди, ты вытрись хорошо, дереву? Ладно? Только сильно тебя? Качели, да, такой дождик прошел, что только траву намочил, да? И качелю. Ну да. Мама, давай сейчас тихонечко, и Ариша будет, да? Давай я тебя посажу, Ариш. Сильно тебе надо? Ну, надо не очень сильно, чтобы Ариша вдруг подошла, чтобы мы ее не ударили, да? Да. Сейчас мокро, только Машу можно катать, да, Ариш? Нет. Опа, ты ее туда сверху сади, наверх. Посмотри, как Антоша. Арише Рекс понравился. Ариш, где Рекс? Сидит? Да? Рекс? На, покатай ее. Сверху. Иди залазь. Машу будешь катать? Да, и Машу туда. Толкай Машу. Пока только Машу, да? Да, нет, тебе не надо только, Ариш, тут Ариш, мокро. Да. У меня одежда мокрая. И Маша уже мокрая. Пошли, там кричать, пошли. Привет, Дэнни. Не здоровайся, давай, Ариша, ручку звоня. Ариша, привет. Привет. Маргарита, ты видела этого мальчика где-нибудь? Где? Вот этого видела где-нибудь? Какого? Вот этого мальчика, который с конфетками стоит. Ты его где-нибудь видала? В садике не видала? Нет. Хочешь продолжать? Мне нравится. Не надо. И не видела. Вон там плачет. Хочешь? Плачет? А, он говорит, что и ты плачешь. Я же не плачу. Да. Амри, смотри, Амри. Какие Маша. Что там? Конфетки там клубничные. И шоколадная, она вкуснее шоколадная. Она клубничная. Ну и что? Да? Она с начинкой и шоколадная с начинкой. Куда ты готов? Я не видела, вон ты там плачет, а я нет. Нет, там качели, много. На качели, да? Сейчас там же. Ну, конечно. Пошли, сына. Сейчас там же. Ля, теперь Зоя тянет. Пол, только не все смотри, все шпилите. Хорошо? А тут можем, да? Ну как конфетки? Покажи, какие это, Антош. Клубничная и шоколадная. А ну покажи, это вкусные? Клубничная с начинкой, шоколадная с начинкой. Как называется? Повести называется. Креветка. А, лавеста называется повести. Ариш, ты первый раз конфету попробовала? Ну как, тебе понравилось? По-моему, ей понравилось. Больше не давай, Антошка. Ей больше не надо.
Это она ни разу не пробовала. Маргося, ты только останавливайся. Хорошо, Зоечка, ты не беги туда. А вы когда пробегали два раза, я сказала, вот я. Играли в бадминтон. Балансик застрял. Ира решила ракетка его сбить. И вон еще и ракетка там торчит. Да. Я свою уже кидать чувствую, не хочу. Да. Чувствую, дерево пилить потом придется. А вон она торчит. Чуть выше валанчика. Папа, ты видишь? Зеленая была. Ланчик пел ей песню. Бай-бай. Мороз укутывал ее. Смотрели за зерба. Научить потом. Правильно. Ей уже не страшно, да? Маргариточка, ты не сильно? Возьми ее за ручку, Маргося. А мы вчера вот в бассейн нагрелся. Мы с ней плюхались. На улице? Ага, шлепается на попу. Хохочет. Ля-ля-ля, хочу прыгать, боюсь. Шатает. Она еще не умеет так подпрыгивать. А Зоечку? В речке. Придется батут покупать. Не, ну там и поменьше есть. И метровая. Вот это 3 метра, есть и метр. Ну извините, вам надо на всех брать. Ну нам-то да. Он у нас хоть эксплуатируется, знаешь. Там много туда. Как лягушечка, да, дочь? Гвоздь. На попу садись, садись на попу, не бойся. Ляжусь. Можно даже поваляться, дочь. Ой! Ой, с детками как хорошо. Ну и наставь. Даже с сестренками тем более. Наверное, придет себе такая девочка. Так, давай. Заберем. Ну, мама так думает. Так, пока папа наш пошел укладывать детей спать, я расписала печеньки, пряники, которые пекла. Так, вот так вот. Это что-то типа мороженое. Ты поняла, что это мороженое, Даша? Ну да, похоже, что вот это вот, вы знаете, рожок вот этот вот такой, ну, да, как вафелька, и там начинка еще. Ну похоже, да? Очень похоже. Это я переживала, что будет не похоже. И морская тема для Богдана. А, мне нравится морская тема. Нравится тебе? И плюс мороженое. Опять тучи заходят, такое страшное гремит. Ужас просто, посмотрите. Очень просто страшные. Погода что-то в этом году вообще не летняя. Везде дожди какие-то. Аномальные катаклизмы просто. И там, гляньте, светло. Справа светло, а слева тучи. Так, мы уже навязали зелень. Родители теперь пошли лук, тут собака наша, а у нас все-таки пошел дождь. То сейчас вроде бы прекратился, сейчас опять начал капать, так что дождик у нас сегодня есть. Так, ну что, проверяю сейчас везде свет, чтобы был выключен, и поедем уже на день рождения. Нас пригласили родители, с которыми мы ходим на карате. Вот, и бегаем. Все, везде свет выключен. Сейчас едем. Так, будем дарить бутылку коньяка, деньги и такой вот вкусный букет. Сейчас я его пока возьму. Вкусный букет для мужчины. День рождения у мужчины. Лук даже положила наш, который вырос. И детям будут пряники.
очень вкусное тесто, которое долго не черствеет. Их, конечно, круто прям в коробочке упаковывают, но у нас такой нету, поэтому есть тарелки. Кстати, хотела сказать еще по поводу вот этих пряников, по поводу глазури. Я так переживала, когда их расписывала, что они не высохнут, но нет, ровно 4 часа прошло. Вот в 3 часа я закончила всю работу с глазурью. И вот сейчас 7 часов мы едем, и они все высохли. Все отлично. Даже вот эти вот толстые места, где, ну, типа мороженое. Я надеюсь, вы поняли, что это мороженое. Мне так сложно было вот этот цвет добиться. Это немножко желтого, немножко коричневого. В общем, получился вот такой вот какой-то. Вот. А дождь идет. Дайте процент. Дошла цивилизация до мажата. Да? Ой, тарелочку. Тебе нравится? Ты хотел такую штуку? Да, сильно вкусно. Ну, если увидим, завтра же в Денскую поедем. Куда в Денскую? На парад? На парад, да. Средний, он... Что мы дома все очень хотим спать, да, сынок? Угу. Скажи, ты хочешь спать? Да. Все устали и идем сейчас отдыхать. Мама. Всем до завтра. Мама. А? Ты сказал? Мама. Да, мультики хочешь? Высыпать. Да, высыпай, высыпай. Ну все, папа нас сейчас покормит Рексом и идем спать. До завтра. Нет, мы уже спать, а потом мультики, хорошо? Давай. Think I'm crying on my own.